В 90-е в Грузии уже действовали жесткие правила Уголовного кодекса. Вор в законе мог надолго попасть в тюрьму только за то, что достиг высшего статуса в криминальной иерархии. Это послужило поводом для того, что многие законники стали сбегать в Россию, чтобы избежать наказания, и была возможность полноценно развивать криминальную деятельность. Одним из мигрантов стал Кама Сафарян, который долгое время осуществлял преступления в Сочи, Москве, Нижнем Новгороде и Крыму. Кама Сафарян, он же Кама Горьковский, родился в Тбилиси 13 января 1961 года. Уже в юности он точно знал, что станет криминальным авторитетом, поэтому не стремился получить образование и найти престижную работу. С самых юных лет он промышлял кражами. Еще до того, как стать вором в законе, он по собственному желанию вкладывал деньги в общак. Уже в 18 лет он был впервые осужден за совершение кражи. Сразу после освобождения его вновь поймали на воровстве сотрудники правопорядка. На этот раз срок наказания составил уже 4 года. После второго освобождения вор в законе по прозвищу Нос Гога Ростовский увидел в нем перспективного молодого человека и короновал. После получения этого достойного криминального титула он недолго пробыл на свободе. В 1987 году его в очередной раз арестовали, но на этот раз уже не за кражу, а за хранение наркотиков. Срок наказания составил 3 года. В начале 90-х в Грузии ужесточились многие статьи Уголовного кодекса, и чтобы избежать ответственности, многие авторитеты сбегали в города России. Кама Сафарян выбрал Краснодарский край, а приобрел недвижимый объект в городе Сочи. Здесь у него также не сложились отношения с органами правопорядка, и он был вынужден по несколько месяцев пребывать в следственном изоляторе. Все это стало поводом для того, чтобы вор в законе вскоре покинул и Сочи, а обосновался в Москве, где в середине 90-х были уже толпы различных бандитов и воров в законе. После того, как конкуренты расстреляли его дверь в квартиру, Кама понял, что если останется дальше жить в столице, то и это может стоить ему жизни. Уже через несколько дней он собрал все свои вещи и сбережения. Переехал жить в Нижний Новгород, так как посчитал этот город спокойным и безопасным. Поначалу Нижний Новгород оправдал ожидания вора в законе. Практически сразу же после переезда он собрал преступную группировку, состоящую из местных бандитов. Вместе с подопечными он осуществлял крышевание на местном торговом рынке, ходил на разборки, занимался практически всеми видами преступной деятельности. Вскоре горячий и жестокий грузинский мафиози нажил себе немало врагов и в Нижнем Новгороде. После очередной разборки киллер подкараулил его родного брата и совершил выстрел, который оказался смертельным. До сих пор остается загадкой, хотели ли таким образом конкуренты припугнуть вора в законе, или киллер совершил роковую ошибку, перепутав его с родным братом. Кама Сафарян решил отомстить за смерть кровного родственника и начал скупать для этой цели мощнейшее оружие, а также боевые припасы. Вскоре к нему домой нагрянули правоохранительные органы и поймали с поличным. За незаконное хранение оружия он был арестован в четвертый раз. Срок наказания составил 2 года с отбыванием в спецтюрьме, располагающейся в городе Димитровград. После очередного освобождения вор в законе покинул Нижний Новгород и снова переехал жить в Москву. Так как в этом городе он смог неплохо проявить себя с точки зрения криминала, после переезда соратники прозвали его Комой Горьковским. Первое время грузинский вор в законе жил достаточно мирно и спокойно. В течение 10 лет его не арестовывали, и он не так часто, как раньше, стал принимать участие в криминальных разборках. Но в 2009 году его вновь арестовали и отправили в места лишения свободы на 3 года. За время между двумя судимостями он вновь нажил себе немало врагов, с которыми развязывались открытые войны. Но на этот раз за него вступился влиятельный вор в законе, дед Хасан, которому удалось разрешить назревавший конфликт. В 2015 году Кама Горьковский уехал из Москвы в Крым. Официальной версией переезда стало его намерение поправить здоровье. Приехав на полуостров, он в первый же день стал пытаться возобновить нелегальную деятельность. В это время в Крыму как раз проходила масштабная спецоперация по поимке воров в законе, под которую попал и Кама Сафарян. В очередной раз он оказался на скамье подсудимых, где судья в 2015 году вынес решение о лишении его свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии города Тамбова. Последней новостью о воре в законе стала информация о совершении им преступных действий по отношению к человеку.
в начале 2018 года. После этого Камас Сафарян скрылся от правоохранительных органов, и место его нахождения до сих пор неизвестно.